Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер Чистое Небо. Итак, мы с вами давненько, у нас уже видосов не было, давненько я что-то не снимал, короче, ну, дела, короче, плюс это духота, это жара, просто вот нет вообще сил снимать что-то, просто сидеть, о, это... Ну, в первую очередь дела, вот. И вот, сегодня... У меня, короче, более-менее попрохладней. Окно все равно открыто, так что не обращаем внимания на посторонние шумы. Вот. Поэтому я решил записать нам сталкера. Порадовать, так сказать, порадовать вас. Окей, мы с вами, короче, нашли КПК стрелка. Нашли, или кого, клыка, или стрелка. Вот, в тайнике. И нашли там информацию о том, что стрелок со своей группой решил отправиться в центр зоны. Если он до туда доберется, то произойдет и еще один глобальный, короче, там этот, вот этот бум, короче, вот этот, как его, скачок. О, вот это вот. Именно вот это вот, короче, произойдет и будет очень-очень плохо. Поэтому нам нужно его остановить. И по информации, по координатам, координаты нас привели на Янтарь. Так, чё, один раз грохануло и все, да? В принципе. Не было написано, чтобы я, короче, спрятался в укрытии, там, или т.д. и т.п. Вот, я хочу, короче, здесь порыскать трупишников. Потому что в прошлой серии мы с вами всех здесь загасили, этих зомбарей. Ух. Просто меня выбесил там последний, там меня так, вот так вот у меня выбесил просто жестко. Вот, я хочу обыскать трупишники, я, по-моему, этого не делал в прошлой серии. Вот, тут нехер брать. Так, и тут нехер брать. Так, это мне не надо. А тут... Лех, опять взял. И тут мне нехер брать. Короче, какие-то бомжи, не знаю. Реальные бомжи. Привет. Так, ладно. Здорово. Пушку нужно убрать, в принципе. Давайте по периметру сейчас обойдем, короче, посмотрим. Может, здесь какие-то есть вкусняхи, я не знаю. Что это такое? Что за клетка? Для кого эта клетка? Или здесь какая-то бронетехника внутри должна была быть? Слушаю тебя. Здорово. Чем могу помочь? Ничем. Только адвокат. Окей. Будем иметь в виду адвокат. Я хочу, кстати, поговорить там с этими, с учеными. Или ученый там один, я не знаю. Продать ему, короче, смотри. Полевая кухня. Продать ему. О! Вот это ништяк. Мне как раз патрончиков маловато. Так, погоди, ага. Патрончиков у меня как раз маловато будет. Поэтому я это все забираю. Ох ты, я перегруз. Ну, я думаю, у этого... Как его зовут? Сахаров. У Сахарова там в домике-то есть место, куда можно выложить свой тайничок сделать. Так, это можно убрать, в принципе. Здесь ни черта у них нету. Погнали, короче, поговорим с этим Сахаровым. С Сахарным. А это не тот этот ученый, который в этой... В тенях Чернобыля, который да-да. Мы что, услышим с вами коронное да-да? Костюмчики, окей. Так, а есть где запихать свое добро? Нет? Заходить можно? Автоматика, блёха. Никак. Ну ладно. Здравствуйте, это... молодой человек. Это же он, да. Он, да. Похож, он же, да?
Сахаров жив. Чем да? пожаловали в мою скромную лабораторию? Давай, да-да. Да, нечасто я вижу здесь новые лица. Ну, что вы хотели бы узнать? Спрашивайте, я слушаю. Так, я знаю, что Стрелок был здесь. Что вы знаете да, о нем? Да, такой сталкер бывал у нас. Он удивительно много знал, куда больше других. Утверждал даже, что бывал в центре зоны. Я ему, конечно, не слишком верю. Хотя он показывал мне фотографии. Где сейчас Стрелок? Мы заключили с ним сделку. Он вызвался провести полевые испытания одной из наших перспективных разработок – блокиратора пси-излучения. За это мы обещали дать ему полностью настроенный образец. Стрелок верил, что это устройство позволит ему пройти через так называемый «выжигатель мозгов». Мы дали ему ненастроенный прототип, и он отправился на территорию комплекса. Только вот с тех пор ни стрелка, ни прототипа. В течение некоторого времени мы получали данные замеров интенсивности пси-излучения. Однако сейчас сигнал прототипа потерян. По-видимому, стрелок попал под мощный всплеск излучения. Как мне найти стрелка? Возможно, стрелок все еще жив и находится где-то в пределах заводской территории. Но проникнуть туда без устройства пси-защиты практически невозможно. Мы давно изучаем феномен здешнего пси-излучения. Оно носит ярко выраженный пульсирующий характер. И в периоды спада интенсивности человек может находиться на территории завода в относительной безопасности. Однако мы не в состоянии предсказать, когда произойдет следующий всплеск. Пытаться проникнуть на завод все равно, что играть в русскую рулетку. Если вы решитесь пойти туда за стрелком, то, скорее всего, просто пополните ряды здешних зомби. Но, возможно, я смогу вам помочь. Недавно группа сталкеров проникла на территорию комплекса и раздобыла там какую-то техническую документацию. Уже на выходе они связались со мной и успели сообщить о своей находке. Но тут их накрыло всплеском пси-излучения. Не исключено, что эти документы прольют свет на причину возникновения столь сильного пси-излучения. Найдите их, и, возможно, мне удастся помочь вам попасть на территорию завода. Как жахнуло-то. Так, я согласен достать документы, расскажите мне все, что знаете. Группа пропала в северо-западной части комплекса. Там полно зомби. Я не могу отправить туда сталкеров из охраны периметра, мы и так едва сдерживаем атаки. Сигнал СОС все еще идет оттуда. Попробуйте вытащить сталкеров, если они еще живы. Да по-любому сдохли, Вот когда, знаешь, беспрерывно идет сигнал СОС, там, когда вот пропала группа, да, все в надежде, что они живы, но как по канону, как обычно, да, почти всегда, где-то, наверное, в 90% случаев группа погибла. Так, здесь... Что здесь делают сталкеры? Это все заводской комплекс. Он притягивает к себе сталкеров, словно магнит. Дело в том, что это едва ли не последний из нетронутых зданий. Ходят слухи о редчайших артефактах и уникальном оборудовании. Так что, естественно, туда то и дело лезут сталкеры в надежде разжиться чем-нибудь ценным. Но это равносильно самоубийству. Пси-излучение очень нестабильно. Всплески его интенсивности непредсказуемы. А при максимальных уровнях излучения клетки мозга попросту распадаются. А левша? Кто такой левша? Левша способнее многих других сталкеров. Он и его команда работают на нас, помогают делать замеры, собирают пробы. Взамен мы обеспечиваем им качественную медицинскую помощь. Думаю, если бы не эта обоюдовыгодная взаимопомощь, и мы, и они давно бы погибли. Итак, а что здесь делают? Ага, что часто на вас нападают зомби? Они нас беспокоят с первых дней основания лаборатории. И стены, конечно, крепки, но эти стоны и скрежет снаружи неимоверно мешают. Отвлекают от исследований и не дают заснуть. К тому же нам нужно время от времени выходить из бункера для сбора образцов. Интересно, откуда тогда берутся зомби? Мы долго ломали голову над этим вопросом. Как военные не утюжили территорию комплекса, зомби появлялись вновь и вновь. Все стало ясно, когда среди зомби оказался бывший мой лаборант.
который пропал во время проведения замеров у завода. Виновато псиполе. Все, кто попадают в зону его воздействия, теряют рассудок и превращаются в зомби. У них необратимо нарушаются высшие функции мозга. Это уже не люди. Данные существа лишены способности мыслить. В них тлеют лишь сугубо животные инстинкты. Так, ладно, пускай они воюют. Я пока... У меня дела. Погодите там, ребята, короче. Так, что ты мне можешь предложить? Да ничего нет интересного. Окей. Я хочу поторговать с тобой. Угу. Я хочу с тобой поторговать, короче. Я тебе хочу продать, значит, его. Чего? $21,000 стоит, короче. А он мне предлагает... 212 рублей. Идешь ты лесом, ёпти мать. Так, значит, тогда я продаю тебе вот это. Другой вопрос. Другое дело. Так, и вот это. Правильно же, да? Эти мне не нужны, так 10 килограмм мне не надо. И здоровье, не надо. Так, все. Гранаты. Они мне не нужны, в принципе. Ну, не гранаты, а эти всякие. Так, а почему детектор? Детектор я бы тебе тоже продал, а что ты не хочешь его взять? Детектор-то. Нормальный детектор, слышь. Так, вот эти патроны я, наверное, оставлю. На всякий пожарный. Окей, а у тебя я куплю, а у тебя я куплю. Так, а у тебя я куплю, короче, патроны. 500. Охренеть. Охренеть, столько стоит, бляха. Чё так дорого-то все? 300 давай, вот так. И то жалко, бляха. Ладно. Хоть какая-то копейка у меня осталась. Окей. Значит, так. Первым делом... Здесь нету, да, ничего? Куда мне спрятать? Окей, первым делом, значит, короче... Чё мне вообще... Найти КПК с документами. Особо выше появление мощного психолучения на инвентаре. Сигнал группы пропал в ходе территории комплекса. Вот я люблю такие вот, знаешь, задания, когда вот заброшенные комплексы, там заброшенные лаборатории какие-то искать, знаешь, какие-то секретные там эти документы. Так, где вы? Чё вы там не можете справиться? Не вижу. Так, где этот упырь? Он меня... Все отлично. Все отлично, короче, загасили. Так, эти патроны нет. Тут нет. Так, ладно, я хочу, короче, сейчас выложить, значит. А можно кому-нибудь из них продать? Ты у меня, может, что купишь, нет? Ну, привет! Здорово. Лех этот не хочет покупать. Чё за дичь-то? Обычно при таких штуках, короче, типа, пишется это, спрятаться в укрытие. Хрена себе, смотри, смотри, помутнение рассудка. Где этот контейнер-то, бляха? Так, я, короче, сейчас выкладываю, значит, водяру. Так, 5. Вот это я выложу. Его продать бы. Так, это я выкладываю. Так, значит, 22 гранаты, охренеть. Оставляем, значит. Ладно, эти все гранаты оставляю. О, выкидываю, короче, оставляю вот этих 5. Так, вот это 5. Вот это опять. Так.
это я выкину. Ну, пока я, наверное, оставляю, да? Остальное все оставляю. Окей. Ну, нормально, у меня хоть это... Я хоть пошустрее смогу бегать. Окей, отправляемся, короче, значит, с вами... Зомбированы, смотрите. А они, смотри, из комплекса прут. Они из комплекса... Эти из комплекса, смотри, здесь еще. Все из комплекса прут. Значит, мне надо срочно, короче, что-то там сделать. Так, где тут дорога-то? Сейчас нарвусь. Я сейчас нарвусь на них. Стопудово. Где дорога? Он прям передо мной, тихо. О, идут. Ля-ля, смотри, карусель. Манит, 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 карусель. Смотри, смотри, смотри. Где, где, где? Я хочу на тебя... А, нет, да? О, полетел, смотри. Карусель. Держа его, просто размазала. О, еще, еще. А нет никого, да? Видать, все. Так, здесь дырка. Как мне туда попасть? Дырка. Здесь дырка. Это что? Кость? В смысле? Это не зомби. Критический уровень. Все излучения, бляха. Так, погоди, а как мне? Тихо там, там кто-то есть. Там кто-то рычит. Снорк. Опа! Опа! А-та-та! Тихо! Да где ты, бля? В смысле? Хера в него всадил. Еще и бронебойные. Так, как там прошел? Где-то дырка есть? Как пролез? Ты как, бляха, пролез? О! Отлично. Кстати, здесь, возможно, могут быть какие-то артефакты. Как-то я не знаю. А, вот пистолет, значит, наверное. Так, я, наверное, съем сейчас колбасы, вот это всего. Аптечки у меня одна осталась, бляха. Так, пистолет. Может быть, что-то здесь наковыряем. Какие-то три цели у меня здесь появились. Интересно, кто? А ну-ка, погоди. А что, не так, что ли, пошел? Автомат. А по лестнице, что ли, надо? Он мне там ничего не говорил, типа какой-то защитный костюм там взять или что-то еще. Тут что, нет? Опа, погоди-ка. Да что мне все клинит? Мне нужен мастер, короче. Так, бинты, аптечек нет, да? Плохо. Мне нужен мастер, который починит мне оружие, у меня клинит очень сильно все. Я же не починил, тогда у меня денег не было. Да как мне залезть? Тут я залезу? Тут я пройду? Собаки. Мне бы как-нибудь... Опа.
в той штуке был, нет? Ай-яй-яй-яй-яй, это... Ой-ой-ой-ой-ой. Это, как ее? Пси-собака же. Псевдопес. Или как она там называется? Как она называется-то? Собака врака. Где настоящая-то, бляха? Мне надо настоящую найти и уничтожить. Ой! А это что за... Это... Вот она настоящая, наверное. Тихо. О, настоящий. Нашел. Бляха, сейчас съедят, ну! Это слишком. Это слишком, бляха. Ни хрена себе. Ты это видел? Так, это настоящий, что ли? Ходи-ка, стой! Я настоящую убил, кажись. Отлично. Сразу. Где остальные? Так, ружье, бля. Ружье. Где остальные? Тихо тебе. Ничего. Да бляха! Так, мне надо залезть повыше. Где падлы? Попал. Заскулило, да? Готово, отлично. Вон там по-любому что-то вкусное есть. Нана. Нана! Все. Так, пистолет. Хлоп, отлично. Так, такую штуку, типа такой штуки мы уже видели, короче, с вами. Надо это. А, она вверх не залезть, смотри. А-а-а! Леха, и как мне это достать? В прошлый раз типа такую же вот херню, такого конуса, короче, вот этих рогов. Мы наверх залазили, короче, и это. Получилось у нас достать. Как отлично, вроде наверх. Давай еще. Еще. Ну еще, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Собака. Может, на эту залезет? Отлично. А, это эти бусы, да? Кровотечение плюс 20. Да, кровотечение плюс 20 и плюс 2, короче, радиация, бляха. Мне бы надо, короче, мне в лучшем случае, мне надо... 3, 2. Мне в лучшем случае надо еще вот такую вот найти. А, нет, погоди, какой? Вот такую вот еще найти, короче. Что там еще? Ничего. Ой-ой-ой. А вот и группа, скорее всего, да? Которая пропала. Я же говорю, все мертвы, бляха. Ну, хорошо. Так, это я расчехлю сейчас.
Так. Наверное, пока можно убрать. Синий ящик. Там. Да ёпти. Ой, что-то мне как-то херовасто, да? Так, погодь. Мне наверх надо, получается. Как-то попасть. Как будто трактор работает. Яха. В смысле кровотечения? Да ёпти мать, какое кровотечение-то нахер? Происходит, бляха. В смысле? А как тут проходить? Даже костюм не спасает. Ой, там опять начали, да? Короче, бегом. Какой это опять-то тарак? В смысле? Я не могу туда поп... Да в смысле? Я не могу туда попасть. Не понял. Еще раз. Не понял. А че он не перепрыгивает через забор? Может, где-то здесь другой вход есть? Или что мне надо? А, КПК сда. Черт, голова гудит. Я почти ничего не соображаю. Иван ни с того ни с сего напал на нас. Яха. Черт, эти голоса в голове. Чёртовы пси-излучения. Хорошо, хоть документы забрали. Только бы добраться до Сахарова. Чёрт, впереди собаки, нас учуяли. Боюсь... чёрт! Собаки, короче, их атаковали, получается. Слышь? Надо чинить всё. Чинить надо срочно всё. Да какого... Че, бабу? Бабу бы. Бляха, еще есть. Ты смотри на горточку, какой умный зомби. Какой умный зомби. Что это? На корточках глава такой сидит, и хера себе. Бляха, ничего интересного у них нет. Какие-то нищеброды эти зомби, бляха. Так, ну чё, чё, отнеси документы Сахарову, окей, погнали. Бляха, смотри, идут. Хорошо. Где-то еще. Бляха. Мне аптечки нужны срочно. Где там еще? Еще кто-то где-то. Ёпти мать, а! Все, не слава богу.
Убежать. Да нихера он меня там сыпанул. Э! Это кто? По мне стреляешь? Попаду отсюда? По мне стреляет вроде. А нет, по зомбарям стреляет. Он спускается еще. Какой быстрый. Ни хрена их там. Целые отряды, бляха. Во лупят-то, а? Да блях, задрал меня этот автомат. Всю малину портит, бляха. Они так и будут бесконечно, короче, нападать. Это уже за это. Достало меня. Вдоль стеночки, короче. Сам ты дурак. Дурак, говорит. Ну хера там. Ни хера тут война. Да уйди ты, бляха! Да задрули толкаться, ты что тут? Че вы вечно в стену-то стреляете? Долбобобики, бляха. Нашего завалили. Завалил? Ага. Подождем еще, до гарантии. Нихера вот не могут, бляха. У вас сколько человек здесь? Пятеро, вас тут пятеро. Пятеро или сколько? Четверо здесь. Нихера не могут. Отбились, слава тебе, Господи. У меня вообще другие дела здесь есть. Мне с вами тут возиться, знаешь. Было бы как-то выгодно еще это делать. Тут вообще нихера нет. Так, ладно. Я думаю, знаешь что? Я думаю, я, короче, продам сейчас эту бусину. Продам бусину, короче, эту. И сюда. Приветствую на нашей научной базе. Здорово. Защита проходная стенка. Идите в жопу. Как успехи? Так, что здесь делают сталкеры? Ага. Так, сталкеры были мертвы, но документы я принес. Жаль, ребят. Хотелось бы надеяться, что они погибли не зря. Так, давайте посмотрим документы. Очень интересно. Подтверждаются кое-какие мои догадки. Нет, ну просто чрезвычайно интересно. Это отлично, отлично. Это дает нам ответы на множество вопросов. Хотя понадобится время, чтобы окончательно разобраться, что к чему. Профессор, можно конкретно? В данном случае мы имеем дело с рукотворной установкой. Эти документы – инструкцию по управлению системой охлаждения некоего устройства, которое находится в подземной части комплекса. Вот это да! Какую мощность оно потребляет? И так вроде бы все проясняется. Судя по всему, всплески пси-активности происходят из-за сбоев в работе системы охлаждения. Если мы сможем починить ее, то уровень пси-излучения существенно понизится. Значит так. Мне нужно время, чтобы поразмыслить над некоторыми деталями. Выдвигайтесь в сторону комплекса.
Там как раз находится группа сталкеров во главе с Левшой. Когда вы будете в дороге, я сообщу дополнительные вводные. Так, окей, ладно, бывает, а что ты мне можешь предложить? Ничего. Окей, я сейчас тебе продам, короче, знаешь что, я тебе продам... Уважаемый Левша, у меня есть новые данные. Кажется, мы сможем стабилизировать уровень пси-излучения. Сейчас к вам подойдет молодой человек, у него есть новые инструкции. Да, профессор, ждем указаний. Направляйтесь к Левше, он ждет. Окей, я понял. Заходите еще. Ага. Так, я же ему КПК отдал, что нахрена мне два... Так, это я тебе продам, короче, 4800. Он, посмотри, он почти все за одну цену покупает, 4800. А так она сколько стоит? 6. Нормально, это больше, чем половина. Окей. Так, я думаю, короче, мне надо патроны. А, аптечку мне надо, и, короче, патроны мне надо. 300. 300 аптечка. Так, а военная сколько будет? А ученые сколько? О, блёха. Так, ладно, обычно. Короче, покупаю на косарь. Обычно. Вот так, на косарь, короче, обычных покупаю, там чуть больше, да? И патроны. Я, наверное... А, тут только одни бронебойные, да? Ну, давай. Выдерёт-то собака, выдерёт-то денег, а? Вот собака, а? Какая? Ладно. Ну что делать-то надо? 7400, ладно. Окей, остается. Так, окей. Встретиться рядом с Левшой. Это у нас получается. Ага. Что там, отбились? Во! Во! Вот эти молодцы! Вот эти молодцы! Смотри, отбились! Молодцы! Просто. Вообще. Чуваки просто. Окей, так. А вот нехрен лезть, куда не приглашаю. Вот правильно. Окей, друзья, видос у меня подошел к концу. Вот, отправимся, короче, к Левше уже в следующей серии. Посмотрим, что, куда, что там, как произойдет. Нам надо, короче, готовиться... группа готовится пробиваться на территорию комплекса во время спада уровня пси-излучения. Нужно встретиться с командой, короче, окей. Вместе с отрядом Левши мы с вами в следующей серии уже пойдем пробираться в комплекс. А пока у меня на этом все. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями, с вами был Валерий, всем пока.